Построить робота в 7 лет вполне реально. Такое возможно в новом IT-центре «Квантум». В ПГУ ждут школьников с 8 по 11 классы. А еще можно пройти курсы по программированию. Это ранняя профилизация. То есть мы сюда приглашаем школьников. Школа робототехники совсем маленьких, школа программирования детей постарше, для того, чтобы они поняли, что такое IT-направление. Мы предлагаем программирование различное, веб для маленьких, Scratch. Попробовать свои силы в дизайне, попробовать свои силы в электронике. И тем самым сделать выбор, подходит им эта профессия или нет. А это робот Вали. Такого трансформера 7-летний ребенок соберет всего за 6 занятий. Показываем цвет. Yellow. И поднял свою платформу. Теперь показываю какой-то другой. Green едет. Blue. Red опустил. То есть он называет цвет, совершает какое-то действие, которое ученик запрограммировал, и выполняет его. Для любителей физики, математики и информатики тоже есть предложение. Заочная школа физико-математического факультета. На весь курс 2 года. В конце сессия и защита контрольной работы. Хорошие результаты помогут поступить на бюджет в ПГУ. Эта аудитория называется «Хай-тек-центр». Она оборудована у нас осциллографами, паяльниками, фенами, 3D-принтером и еще другим оборудованием. Дети в школе программирования с 8 по 11 класс здесь могут посмотреть, из чего, в принципе, состоит компьютер, увидеть, что такое резисторы и вообще составляющие микросхемы какие-нибудь и так далее. Впервые подержать паяльник, паяльный фен, увидеть, как работает 3D-принтер. Это очень интересно и любопытно. Перекусить во время перерыва тоже можно. В обновленном Б-корпусе работает буфет. В меню картошка, куриные отбивные, котлеты и салаты. Главное – прийти пораньше. В меню тут всегда большое разнообразие. Тут и картошка есть, и всякие салатики, и гречка. Если ты на диете, то тебе тут тоже понравится. Есть также много всяких булочек и с капустой, и с картошкой. Короче, на любой вкус для любого человека тут все есть. Во сколько нужно приходить, чтобы успеть захватить самую вкусную порцию? Ну, желательно пораньше, потому что все самое вкусное очень быстро разлетается. Новая мебель, аудитории, компьютеры и интерактивные доски. Все готово для начала учебного года.